На правом берегу Москвы-реки стоит первый на Москве Свято-Данилов монастырь. Основан он не позднее 1282 года святым благоверным князем московским Даниилом, младшим сыном прославленного в истории церкви и государства святого благоверного князя Александра Невского и супруги его, праведной княгини Вассы. Бог благословил начало трудов Свято-Даниловского московского монастыря. Да пребудут успех и радость его насельников и трудящихся. 12 января 1987 года. Патриарх Пимен. Белокаменный монастырь начинался с небольшого деревянного храма, освященного во имя преподобного Даниила Столбника, небесного покровителя князя Даниила Александровича. В 1983 году скорбные остатки монастырских храмов и зданий были переданы Русской Православной Церкви. С этого времени на добровольные пожертвования людей начинались восстановительные и реставрационные работы, в которых принимали участие сотни специалистов, добровольцев, а также первые насельники вновь открытого монастыря. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена, при Священном Синоде была организована ответственная комиссия по реставрации и строительству Свято-Данилова монастыря, который возглавил митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, ныне Ленинградский и Новгородский. В центре монастырской площади решено было восстановить надкладезную часовню, которые органично впишутся в архитектурный ансамбль монастыря. Освященная вода будет доступна всем верующим и гостям. Слева от святых врат стоит древний памятник архитектуры обители, двухэтажная церковь во имя святых отцов семи вселенских соборов с пределами, впервые заложенная в XVI веке. Собора, у северного прясла стены сооружается поминальная часовня, в которой будут собраны останки неизвестных захоронений бывшего Даниловского некрополя. Напротив нее реставрируется собор в честь святой живоначальной Троицы, сооруженный в первой половине 19 века по проекту архитектора Осипа Бове. Все работы по реставрации и созданию новых икон в монастыре проводились в мастерской Даниловой обители опытными художниками-реставраторами. В церкви святых отцов семи вселенских соборов сейчас возводится новый многоярусный иконостас в пределе Даниила Столпника. За долгие годы своего существования эта первая в Москве обитель пережила многое. Нашествие крымского хана, Казы-Гирея
и самозванца Лжедмитрия II, грабительский поход на Москву армии Наполеона, мародеры которой похитили серебряный оклад с гробницы святого благоверного князя Даниила. В начале 1920-х годов по благословению святейшего патриарха Тихона епископ Феодор занимался в Даниловом монастыре организацией высшей богословской школы. Святейший патриарх Тихон, особо почитавший святого князя Даниила, неоднократно совершал в Троицком соборе обители божественную литургию. Последний раз в 1924 году. В 1930 году монастырь был насильственно закрыт, и на его территории разместили колонию для несовершеннолетних. Соборы были обезглавлены, все монастырское имущество, включая книги, иконы, утварь, было изъято, колокольня разрушена. Чудом уцелевший от полного сноса, монастырь долго печалил взоры верующих. Предстояло выполнить огромный объем восстановительных и строительных работ. Необходимо было вернуть монастырю облик, исторически сложившийся в 17-19 веках. Из Ярославской области в 1984 году были привезены первые колокола. Многие русские князья, пребывавшие в междоусобной вражде, прибегали к помощи ордынских ханов. Благоверный же князь Даниил в течение своего 30-летнего правления воздерживался от участия в междоусобных распрях. Своим благочестием, стремлением к миру, кротостью и милосердием, заботой о пользе своих подданных, он снискал уважение не только у соседей, в том числе у старших братьев, но и у ордынских ханов. Если и приходилось князю Даниилу браться за оружие, то лишь для усмирения вражды и установления мира. Когда рязанский князь призвал помощь одного из татарских ханов и готовился напасть на московские земли, князь Даниил выступил в поход на Рязань. Разбив татарский отряд, это была первая победа над татарами, он воздержался от захвата рязанского княжества, хотя это и было обычным явлением в те времена. Привезенного в Москву князя Рязанского, святой Даниил содержал с подобающей честью до тех пор, пока раскаяние пленника не привело к заключению мира. Во время страшного татарского набега на Москву, благоверный князь Даниил, памятуя о том, к чему обязывало его звание, не покинул своего города, хотя и имел возможность укрыться. Но этого он не сделал. Сердца своих воинственно настроенных братьев святой Даниил Московский смирял не силой оружия, а справедливостью, добросердечием, призыванием к миру и оставлению вражды. Первым наместником монастыря в 1983 году стал профессор Московской духовной академии архимандрит Евлогий, на которого было возложено практическое руководство всеми работами. Кроме разборки ненужных строений и вывоза строительного мусора, необходимо было провести вычинку стен монастыря и храмов, замену разрушившегося кирпича, полное восстановление прежней планировки всех зданий и их перекрытий.
проекту реконструкции и строительства было намечено произвести буквально все виды реставрационных работ. От обновления белокаменных фундаментов до кирпичной кладки, от плотницких и жестяных работ до позолоты и воссоздания настенных росписей. Торжественный акт закладки фундамента будущей резиденции святейшего патриарха Пимена. На это торжественное событие прибыли многочисленные гости. Собрались специалисты-реставраторы, рабочие строители, прихожане и иностранцы. Здесь же наместник обители, архимандрит Евлогий и все первые насельники монастыря. Митрополит Алексий совершает чин освящения первой плиты фундамента. От траншеи отходите на краю траншеи. Это может быть не последнее. Яко твоя держава, и твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Читается акафист преподобному Даниилу Московскому. Благоверному и великому князю Даниилу, московскому чудотворцу помолимся. О угодниче Божий, святый благоверный княже Данииле, сада Христова, благовонный цвете, небо церковного, кроткое звездо, земли нашей небесной уме, града Москвы и державы нашей мудрой издателю, тепуй к Богу молитвенниче, скорый в помощи, милостивый в нуждах, тебе припадаем и тебе молимся. Буди предстатель наш перед престолом Божия славы неусыпной. Собери нас друг ко другу, до печали ближнего своего, киишь да любовью нелицемерною приобщается. О небеси ум наш, да иго тяжкое земных попечений отвергши, бремя легкое Христово Евангелие возлюбим. Открой очи наши,
да узрим нетленную красоту Господню, и да не отчуждений будем жизни Божия. Тихость Духа Божия да соблюдет сердце наше, весна покаяния да украсит дела наши. Княже милостивый и щедрый, сохрани страну нашу, град Твой, святую обитель, братию и всех здесь молящихся Тебе от всякие напасти, от враг видимых и невидимых, от губительства и глада, от междоусобные распри и внезапные смерти. Отверзи нам двери милосердия Божия и избави нас от всякого зла. Под крепкий покров благостыни Твоя прибегающе молим. Буди нам тихое пристанище в скорбях. Остяни нас молитвами Твоими, соблюди нас от падений греховных и заблуждений. Да сердцем сокрушенным, духом смиренным, печали и радости выну зовем, Господи, предстательством преподобного Твоего, помилуй нас. Благословляется и освящается камень сей в основании нового дома окроплением воды сей освященные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в жизни Даниловской обители особое событие. Мы полагаем основание резиденции святейшего патриарха и священного синода. Начинается новый этап в строительстве будущего духовного и административного центра Русской Православной Церкви. До сих пор проходили работы реставрационного порядка. Сейчас мы полагаем основание нового здания, которое будет главным зданием Русской Православной Церкви, как официальная служебная резиденция Святейшего Патриарха и Священного Синода нашей Святой Церкви. И Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Днем мы приближаемся к тысячелетнему юбилею крещения Руси, когда духовный административный центр Русской Православной Церкви, памятник тысячелетия крещения Руси, должен уже принять всех гостей Русской Православной Церкви, которые будут разделять с нами это радостное событие, связанное с тысячелетием крещения Руси. Братский корпус. В этих кельях живет братья монастыря. Сейчас их 26 человек. Всего же будет около 60. Но в законе Господне воле Его и в законе Его поучиться день и ночь. И будет яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свои, и лист его не отпадет, и вся река щетворит успеет. Не так у нечестивей, не так у,
но яко прав его же возметает ветра от лица земли. Всего ради не воскреснут нечестивей на суд, ниже грешницы совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Слепой паломник Даниловой обители, монах Серафим. Он недолго, но усердно потрудился на благо монастыря, и вместе со всеми братьями он совершал молитвы, звонил в колокола и добровольно трудился на посильных ему работах. Большую часть икон для этого иконостаса создал насельник Псково-Печерского монастыря игумен Зенон. Некоторые иконы выполнены священником Вячеславом Савиных. Игумен Зенон работает в традициях древней русской иконописи 15-го, начала 16 века. Это его дань тысячелетнему подвигу предков. Апостола Филиппа писали новый иконостас, потом деревня Великодворье Владимирской епархии. Там тоже целиком новый иконостас написан. Ну, очевидно, и в других храмах тоже есть такие. А вообще, 20 век в области церковного искусства своего слова еще не сказал, потому что традиция была прервана. И теперь всякий иконописец, он, очевидно, должен чувствовать себя учеником еще. Может, через несколько десятилетий какое-то свое лицо у икон 20 века будет. Потому что теперь все они носят еще такой все-таки подражательный характер. Но обычно четырехъярусные такие традиционные иконостасы. Местный ряд, потом праздничный, да иисусный, пророческий. А вот в Покровской церкви ведь там не четырехрядный там? Ну там само пространство не позволяет больше ярусов, потому там своды низкие. Там он трехъярусный, по сути. Ну, и третий ярус только одна икона, трехчастная. Ну, то есть вы сами составляли эту композицию, творили ее, да, или да. Вы как-то на что-то ориентировались? Нет, условно эти ряды соблюдены, потому что праздничный чин не всегда был в иконостасе, равно как и пророческий не всегда был. А там эти своды, они как раз диктуют именно такую архитектонику иконостаса, потому что целиком его там установить и невозможно из-за недостатка пространства. Там три ряда. Если бы полный, там сводов не было, тогда был бы местный чин, потом иисусный и целиком пророческий. Но там только три пророка, как вы видели. И в одном иконостасе, и во втором. Вообще-то надо помнить, что понятие стиля, оно совершенно чуждо такой церковному искусству. Это термин чисто искусствоведческий. И потому для икон, которые предназначаются для молитвы, стиль никакого значения не имеет. Там в первую очередь заботились о выразительности образа, о том, чтобы икона именно помогала молиться. А так, если, например, в храмах 18 века, если он теперь восстанавливается, кто-то вздумает написать современный храм и иконостас, так ничего хорошего из этого не выйдет, потому что тогда придется писать чисто в западном духе все иконы. Они, как уже теперь всеми признаны, малопригодными для молитвы, потому что были написаны чисто под влиянием западного искусства, светского. Но так что я больше всего заботился о том, чтобы эти иконы как-то были написаны в традициях, в лучших традициях православной иконографии. И, ну, какие-то образцы, уже такие установившиеся, традиционные, где-то конца 15 века, начала 16-го. Ну, оно письмо, я не знаю, надо помнить, что этот иконостас, который я писал, оба этих иконостаса, это были первые. Потому что одно дело писать икону, другое дело писать иконостас. Это далеко не одно и то же, как я сам в этом убедился. Ведь трудность в том, что икона должна и сама по себе смотреться, и должна вот в комплексе других икон быть частью композиции. Это такая двойная сложность. То есть писать иконостас сложнее, чем отдельно? Гораздо сложнее, конечно. И вот потому та свобода, которую мы видим у древних иконописцев, как у них свободно и широко все написано, это как раз говорит о том, что они... Ведь подписать церковь означало и стенопись выполнить, и написать иконы.
И, конечно, после стены на доске там уже все гораздо свободнее они себя чувствовали и увереннее. После более чем полувекового перерыва в 1985 году в Покровской церкви состоялся первый постриг и рукоположение во священники и диаконы. Первую литургию возрожденной Даниловой обители совершил митрополит Алексей. В Русской Православной Церкви монашество всегда было хранителем чистоты православия, было выразителем его духа. Поэтому оно особо почитаемо среди верующих. Цель монашества – в теснейшем духовном единении с Богом, через постоянное духовное самосовершенствование и постоянную борьбу с грехом. Достигается эта цель с помощью благодати Божией, спасительной силы Святаго Духа. Монахи Свято-Данилового монастыря, как и всех православных монастырей, молятся не только о личном спасении, но и за весь мир, за каждого человека. Возносилась бы ко Господу, и люди Божии находили бы здесь
духовное утешение, черпали бы для себя духовные силы для своих повседневных трудов. Годы запустения и забвения в храме Святой Живоначальной Троицы все было разрушено и перестроено. С самого начала строительные и реставрационные работы велись на средства Русской Православной Церкви, добровольные пожертвования простого верующего народа. Тысячи верующих, клирики, иерархи способствовали возрождению обители, жертвуя деньги, иконы, драгоценности, церковную утварь, и приходили в монастырь, чтобы бескорыстно потрудиться своими руками. Со всех концов страны поступают в монастырь денежные переводы и посылки, поступают вклады и от верующих, живущих за рубежом. Воистину всемирную известность вновь обретает Свято-Данилов монастырь, и не иссякает ему помощь и поддержка православных людей. Прямо во дворе монастыря ежедневно проходили многочисленные рабочие совещания, контролировался ход всех строительных и реставрационных работ. Батюшка, на них надежда плохая, конечно, добровольцы. Тем более сейчас пост. Только не добровольцы. Всех сохла. Вот они только не грязь сюда. Не надо, надо постоянно. Постоянно. И ответственно за этажи. Распрямиться не дает мне. А? Помогите, помогите. Ну, советское государство также оказало помощь Московской патриархии и выделило необходимую технику, строительные материалы, рабочих и специалистов. Время добровольно приходили на помощь реставраторам и насельникам обители. Добрый 1985 год. Воскресная служба, Великий пост. Святые врата обители, как и его храмы, открыты для всех верующих. Вот и сегодня они в Покровской церкви, чтобы излить свою молитву едиными усты и единым сердцем
подателю всех благ Господу нашему Иисусу Христу. Отче Григорий, моли Бога о нас, серпом словес Твоих и священными списаньми, посекал еси ереси терновидные и плевел ложное прозябение, православие же благочестивое положил еси семена, священноначальниче Григорие. Святитель Отче Григорий, моли Бога о нас, словеса Твоя всемудрие и честное списание, суть роса небесная, мед каменный, хлеб ангельский притекающий, питье брачно, сладость, наслаждение, Григорие и источник живые воды. Господа, помойте дело и превозносите Его. Братья, видеть это таинство жизни, таинство спасения над новыми понашествующими людьми нашей обители. И потому помолимся с вами Господу Богу, чтобы благодать Христова не отступала от них, заступив всецело сегодня их веру, упование им, их новым хождением. Православный храм всегда исполнен радости, радости молитвенной, радости жизненной. Внутренняя, истинная ценность и смысл православной службы открыта и открывается только верующим, которые создали это внешнее, видимое всем благолепие.
соборность молитвы – одна из основ и особенностей православного богослужения. Церковное пение хранит тысячелетний опыт православия, что оказало огромное влияние на культуру русского хорового пения, известного во всем мире. Отдел внешних церковных сношений Московского патриархата. Он осуществляет связи с поместными православными церквами и другими религиозными и общественными организациями. Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, патриарший экзарх Украины. Идет подготовка к 6-му Всехристианскому конгрессу. В семинаре принимает участие председатель ОВЦС, митрополит Минский и Белорусский Филарет и председатель издательского отдела, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питерим. Случилось таким образом, что на нашем первом семинаре присутствует президент христианской мирной конференции, дорогой наш брат, епископ доктор Карл Литот, которого позвольте мне от вашего имени сердечно приветствовать. And I understand that is the first meeting being held here in this historical place. И я так понял, что это первое заседание, имеющее место в этом историческом месте. Свято-Данилов монастырь всегда был крупным центром духовного образования и просвещения. Здесь издавалась духовно-нравственная литература и печатались литографии. Еще буду прикисло. Чтобы одному слову навести. Еще в 1892 году при монастыре было открыто церковно-приходское училище, позже преобразованное в школу. Насельники Даниилова монастыря
занимались научным изучением истории обители, собирали древние рукописи и книги, исторические материалы о Даниловском некрополе. В 20 веке в монастыре было лучшее в стране собрание древних икон, к сожалению, бесследно исчезнувшее. При закрытии монастыря в 1930 году большинство его древностей погибло. Богоборчество 30-х годов нанесло огромный урон русской культуре. В настоящее время библиотека монастыря еще недостаточно обширна, но состоит из самых необходимых книг: святоотеческие писания, книги духовно-нравственного и богословского содержания. Все они пожертвованы из личных собраний верующих, иерархов и духовенства Русской Православной Церкви. Сейчас пока в этом деле хранит церковь. Сейчас на это будет славен наличие. Знаете, вот был... Восстановление Свято-Данилова монастыря привлекло внимание многочисленных гостей нашей страны. В первые дни фестиваля искусств Индии в СССР в 1986 году Данилов монастырь посетила супруга премьер-министра Индии госпожа Сони Ганди. Наместник монастыря архимандрит Тихон рассказывает госпоже Ганди об истории обители. Существовавшая с 13 века, она возродилась 4 года назад, и сейчас здесь живет... Будучи христианкой, она совершила молитву в Покровской церкви, внимательно осмотрела всю обитель, интересовалась ходом восстановительных работ, содержанием русского православного богослужения, монастырскими реликвиями. Восстановительные работы продолжались изо дня в день, из месяца в месяц. Настенные росписи и орнаменты в Троицком соборе монастыря выполняли лучшие художники. Да, оставь, стой на месте. Сегодня здесь очень много, сейчас все с вами.
12 сентября 1987 года. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. В день празднования обретения мощей святого благоверного князя Даниила в Троицком соборе монастыря совершил первую литургию в этой обители святейший патриарх московский и всея Руси Пимен. В этот день в крестном ходе участвовали митрополит Одесский и Херсонский Сергий, все насельники монастыря, многие прихожане и гости. Святейший патриарх московский и всея Руси Пимен. Дорогой отец-наместник и братья Данилова монастыря, и все присутствующие здесь прихожане, как я вижу, с многих районов и церквей Москвы, пришедшие сюда на праздник. Я вас поздравляю с праздником! Я верю в то, что преподобный Даниил Московский каждому посетителю пошлет благополучие и радость в жизни. Очередной визит в обитель. На сей раз делегация из 5 человек во главе с патриархом Маронитов Пьером Сафари. Он изображен на фоне нашего монастыря. Здесь Москва-река, потому что здесь за стенами обители. Как все иностранные гости, они оставили свою запись в книге гостей монастыря со словами благодарности за радушный прием. Вице-канцлер ФРГ господин Вейтзекер. Он познакомился с жизнью обители, с интересом выслушал рассказ о многотрудной ее истории.
женская встреча. Она там тоже. В этом же году в обители побывал председатель исполкома Организации освобождения Палестины Ясер Арафат, интересовавшийся жизнью насельников русских православных монастырей и особенностями православной веры. Спасибо. За южной стеной монастыря продолжались большие строительные работы. Возводится гостиничный комплекс. Реставрируется церковь в честь Воскресения Славущего. Она стоит на том месте, где, предположительно, благоверный князь Даниил поставил первый деревянный храм во имя преподобного Даниила Столпника. Церковь в честь Воскресения Славущего, сооруженная в 1832-34 годах, была приходской. В 30-е годы нашего столетия она была закрыта. Ее внутреннее убранство порушено, настенные росписи либо заштукатурены, либо сбиты. В январе месяце 1988 года восстановительные работы были в полном разгаре. Так, сейчас панораму делаю. Хорошо. Кое-какие росписи и орнаменты были вскрыты, промыты специальными растворами, укреплены. Недостающие части, а их большинство, будут выполнены заново. Он сейчас как раз делает. Работа реставраторов была упорной, трудоемкой, кропотливой. Заново был сооружен церковный подклет, при очистке которого от мусора и битого кирпича были обнаружены остатки фундаментов более ранней каменной церкви 17 века. Эти фундаменты оставлены как археологический памятник, документально свидетельствующий об этапах жизни Свято-Даниилова монастыря
и прилегающих к нему мест. Пройдут годы. Немые камни, восстановленные стены и фундаменты, башни и храмы обители многое расскажут будущим поколениям о тех, кто в 80-е годы 20-го столетия не жалел духовных и физических сил на ее возрождение. Насельники Свято-Данилова монастыря ежедневно несут самые различные послушания, следят за порядком на территории монастыря, выполняют различные хозяйственные работы, помогают реставраторам, содержат в чистоте помещения, храмы, монастырский двор, работают в просфорне, трапезной, звонят в колокола во время служб и даже проводят экскурсии для интересующихся историей и архитектурой обители, ее некрополем с захоронениями многих известных насельников и мирян. Один из крупнейших московских некрополей, Даниловский, был разорен и потерял свое историческое значение в годы, когда монастырь был закрыт. Троицкий собор, построенный в стиле позднего классицизма, с трех сторон окружает шестиколонные дорические портики. Строгий внешний вид храма и торжественное великолепие интерьера. В храме есть несколько икон древнего письма. Среди них чудотворный образ Божией Матери Троеручицы 17 века. Здесь же в храме установлен ковчег, в котором хранятся части святых мощей основателя обители, святого благоверного князя Даниила,
переданные в 1986 году предстоятелем автокефальной православной церкви в Америке блаженнейшим Феодосием. Здесь же чудотворный образ преподобного Иоанна Кассиана Римлянина XIX века. Не отвержи меня, Пицца, ты выходы, высота же не отними от меня. Воздав мне радость спасения твоего. Наместник монастыря архимандрит Тихон. В северном пределе Покровской церкви во имя святого пророка Даниила начинается освящение престола. Служат камни. Читаются псалмы. Престол в храме
знаменуют собой престол Пресвятой Троицы и символизируют гроб Господень. На престол полагается антиминс, четырехугольный плат с частицей святых мощей. На нем изображено положение во гроб Господа Иисуса Христа. На престоле совершается бескровная жертва таинства тела и крови Христовых. На престол полагается Евангелие и крест. Как он, Божий милостив, посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, так и хвала Твоя на концах земли, правда исполни, снится Твоя. Людям Твоим, что Ты творила, Святаго Духа, рукою же Его святительскую, совершенно освященный антиминс, воеже донеле же совершенно архиерейскую рукою, освятится церковь и трапеза сия, совершатися на нем божественная бескровная жертва во славу Бога Единого во Троице Святей Славимого, во спасение же всех правоверных людей. После совершения литургии все, кто останутся, будут розданы всем иконочки пророку Божию Даниила. Вот. А сейчас будем читать часы и следом за ним совершать литургию. Поздравляю всех вас с этим великим праздником. Царю Небесный, утешителю души истины, живи здесь и вся исполнение сокровища Твоих. И жизни подателю прииди, и все весельные очистины от всякий скверны. И спаси блажи души наши.
Воскресная служба в Рождественский пост. Воскресные и праздничные дни совершается чин панагии. После окончания службы, направляясь из храма в трапезную, братья несут с собой Богородичную Просфору, поскольку этот чин посвящен Божией Матери. Окончание трапезы Просфора раздробляется на части и раздается участникам. Thank you.
После трапезы братья вновь направляются на различные послушания. С первых дней восстановительных работ в монастыре была организована реставрационно-иконописная мастерская. Опытные московские художники вернули к жизни десятки ценнейших произведений иконописи, в том числе чудотворный образ Владимирской Божией Матери, подаренный в свое время обители царем Иоанном IV Грозным и находящийся ныне в церкви святых отцов Семи Вселенских Соборов. Хранилище икон. В специально отведенном помещении строго соблюдается постоянная температура и влажность воздуха. Поступающие в монастырь иконы тщательно изучаются, реставраторы производят их осмотр, если надо, производят консервацию и первичную очистку. Свято-Данилов монастырь становится крупным хранителем произведений иконописи и церковной утвари. Полным ходом идут работы по возведению надкладезной часовни. Возводится она в честь тысячелетия крещения Руси, о чем будет говорить соответствующая надпись. Пожалуйста, если уж приспичат, мы подставим.
Просфорня. Из пшеничной муки высшего сорта выпекаются просфоры, необходимые для совершения богослужения. А к великому празднику Пасхи, знаменующий победу жизни над смертью, приготовляется хлеб Артос, символизирующий собой хлеб жизни вечной. В день Пасхи Артос освящается и в течение Светлой Седмицы пребывает на аналое перед алтарем. В эти дни Артос предносится во время крестных ходов, а в субботу раздается верующим. Просфорня есть в каждом православном монастыре. В 1988 год. Светлый праздник Рождества Христова. Thank you.
Господина и Отца нашего, имена святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Братию святые обители сия, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Строителей, благоукрасителей, святые обители сия, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. И всех вас, православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен благословляет насельников, строителей и прихожан обители. Это признак того, что ваша жизнь в дальнейшем должна быть такая же сладкая. Потому что благоверный князь Даниил принесет вам услаждение и радость. Божие благословение всем насельникам Московского Свято-Даниловского монастыря в их трудах и подвигах, которых живой помощью будет и благоверный князь Даниил Московский, чудотворец и непрестанный молитвенник о всех насельниках и богомольцах святой обители. 11 января 1988 года. Патриарх Пимен. Заканчиваются работы по возведению резиденции патриарха. В этом же здании будет и его домашняя церковь, создаваемая умелыми мастерами, строителями и художниками. Здесь же будут служебные и парадные помещения Святейшего Синода.
Монастырская стена с семью башнями построена во второй половине 17 века. Ширина ее в некоторых местах более 2 метров. Сейчас приходится восстанавливать ее утраченные места на южной стороне. Рядом продолжается возведение гостиничного комплекса с конференц-залом и другими служебными помещениями, которые будут использоваться для различных церковных мероприятий, в том числе международных. Когда отвердутся очи со слепых и уши со глухих услышат, когда скочит промый, як елень, и ясен будет язык угнивых, яко проразит... Светлый праздник крещения Господня. Земли жаждущий будет безводным блатом. Во время оно, приди Иисус от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна в Иордане. Милосердие ради милости Твоя, зреди от дьявола мучим рода человече, но пришел еси и спас еси нас. Исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяний. Наместник монастыря архимандрит Тихон освящает воду и окропляет ею верующих. После этого начинается окропление святой водой всех помещений и зданий монастыря, включая и больничный корпус. Господи, помилуй! Боже, Спасителю наш, изволивай под сень Закхееву в нити и спасение тому, и всему дому того бывы, самый ныне здесь жить и восхотевший, и нами недостойными, мольбы тебе и моления приносящие, от всякого вреда соблюди невредимы, благословляй тех, где жилище, и ненавиден тех, живот сохраняй. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение, со безначальным твоим отцем и пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 1988 год. Страстная седмица Великого Поста.
и во веки веков. Аминь. Все свет мой сладкий, надежды и живот мой благий. Хвала Тебе, Боже наш, слава Тебе, где Сыне мой, Боже, благовещение древние, ежеми Гавриил глаголаше, царя Тя Сына и Бога Вышнего нарицаше, ныне же вижу Тя свете мой сладкий, наго и уязвенно мертвеца. Пасха – главный христианский праздник. Радость о воскресении Христовом – основная черта православного миросозерцания. Патриарха Московского и всея Руси Пимена, архипастырем, пастырем и всем верным чадом Русской Православной Церкви. Совершив святой и спасительный подвиг покаяния, и очищение Великой Четыридесятницы, мы, по милости Божией, при светлой радости вновь празднуем воскресение Христова, торжествуем победу жертвенной любви Пресвятой Троицы над духом злобы. Любовь назидает, говорит апостол Павел, и сегодня, в эти светлые дни воскресения Христова, мы обращаем взор к тысячелетнему пути, который наша Святая Церковь прошла, ведомая промыслительной десницей Божией. Мы свидетельствуем, что крещение Руси благотворно влияло на развитие культуры, нравственности, семейного быта и других сторон жизни нашего народа. История Церкви – это история духовной жизни каждого члена Церкви. Велик сон подвижников веры и благочестия, патриотов и героев нашей Отчизны. Их любовь назидает нас и сегодня. Это их пример вдохновляет нас, когда мы в пасхальной радости молим воскресшего Господа, чтобы Он приблизился к нам Своей благодатью, исполнил пламенем любви своей наши сердца, открытые к принятию даров Его. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Великому Господину и Отцу нашему, Московскому и Сердце, Святейшему Патриарху Пимену, Христос воскрес!
покровитель вас и будет покровительствовать вам в течение всей вашей жизни. Спасибо. Благодарю вас и я лично от себя, что вы прибыли сюда, в монастырь. И благодарю за те молитвы, которые вы вознесли вместе со мной. В юбилейном году тысячелетия исторического бытия Русской Православной Церкви пасхальная радость для насельников обители усугубилась тем, что восстановительные работы полностью завершены. Древний монастырь готов встретить многочисленных гостей и паломников.